Ты пришел просить совета. Что придешь, я знал про это. Был мне знак на случай сей. Сон я видел. Бой Георгия со змеем. Бой святых и черных сил. Ты, Иоанн, себя забывший, бивший бедную жену, никудышный, все пропивший, шел ты медленно ко дну. Ты со всеми заблудился, но спасаться одному. Путь тернистый к небесам, и надежда на спасение, а народу строить храм. Не во сне все это было. Когда кланялась, не докланялась, не докланялась. Мы тебя везде искали. Что ж, скажи, произошло? Я хотел вас всех просить. Может, церковь восстановим? Может, станет легче жить? Что тут думать? Прав Росток, сколько ж можно в самом деле? Как же церковь не поднять? Так Иван Ростов от рода славу тихую снискал и почтение народа, хоть и сам о том не знал. А в России все сначала не впервые начинать. Истреблялось, исчезало, а потом, глядишь, опять из-под пепла, из-под праха, где чернела пустота, после крови, после страха вырастала красота.